конечно, для меня это большая радость. Ну, сегодня мы выучим. Скажите, чей ребенок спит? Выучим первый куплет. Это, кстати, я Ляла. Вот, кто еще не знает. Ну, я просто так говорю, чтобы уроки не воровали. Ладно. Ну, короче, приступаем. Что время тянуть. Вот. Кстати, пишите комменты. Очень грустно без них. Все, начинаем. Ну, давайте пока послушаем это произведение. Ну вот, короче, слушаем, запоминаем. Слушаем. Скажите, чей ребенок спит без ног, а где одежда? В принципе, и первый куплет, но он такой довольно-таки короткий, ну, чего, 4 строчки, вот. Ну, теперь предлагаю разделить на две части и по частям выучить. Ну, давайте начнем с первой части. Ну, слушаем первую часть. Скажите, чей ребенок спит? Предлагаю вам сами спеть. Ну, давайте. Раз, два, три. Теперь вторая часть. Ну, сначала слушаем и запоминаем. Поехали. Ну а теперь вы сами. Раз, два, три. Ну вот, в принципе, по частям разобрали. Ну, предлагаю со мной спеть теперь это целиком. Ну, по отдельности я не хочу, просто когда я играю, не пою. У меня плохо получается, не приснимаю. Вот, ну так что давайте споем со мной. Ну, поехали. Раз, два, три. Скажите, чей ребенок спит без ног, а где одежда? Ну вот, наш 11-й урок подошел к концу. Я, в принципе, рада, потому что я сейчас сразу засниму следующий. Вот. Ну, мне просто, пожалуйста. Ну, до следующего урока.